Итак, мы беседуем с ведущими канала «Энергия». Это Елена и Галина. Какие были первые ощущения, вот когда вы сели за пульт, вывели микрофон? Что у вас внутри? Ну, как ты понимаешь, за пульт сразу сесть, это было тоже, опять же, достаточно сложно, но вопрос стал снова ребром. Вадим человек достаточно такой серьезный. Если он чего-то хочет, он этого всегда добивается. Ему нужно было уехать, по-моему, то ли Кинотавр, то ли Славянский базар на носу, что называется, был, то ли еще что-то, то ли он в отпуск уходил, я теперь не могу вспомнить. Но факт был следующий. Он не то чтобы объяснял мне, что тут на пульте находится, мы просто пришли, вот так сели в эфир. Он мне вот так вывел микрофон и показал, что вот тут вот это, вот тут вот это. Я еще не успел вообще врубиться, потому что в то время половина текста, которого готовилась к эфиру, у меня было написано на листочке. Как ты понимаешь, читать, выводить микрофон, еще соображать, что там на микшерах, это было настолько сложно, что я бы даже сказала, что это было просто нереально, поэтому первое знакомство с пультом не состоялось. Любви не было. Вот, зато потом... По-моему, я сама уже немножко тут подучилась. Вот не в эфире, а в записывающей студии так слегка села, посидела немножко, сообразила, что вообще откуда. И самое главное, пришел тот момент, когда я начала сама говорить. То есть не то, что по листку читать, записывать свои мысли перед эфиром, а уже когда ты от себя говоришь, тогда тебе легче ориентироваться. Мысли-то они, их не надо как-то руками там помогать что-то делать. Ты их просто думаешь, а заодно выводишь какие-то фишечки. Причем, конечно, пульт, если бы вы видели тот пульт, на котором мы начинали, то вот это просто сказка. То, с чего мы начинали, это был просто убийственный, большой, больше, наверное, этого раза в три. То есть надо было вот так раскидываться по всему этому пульту и успеть вывести какие-то фишечки в то время, когда это действительно нужно, успеть их в то время увести. А еще представьте, что когда мы пришли, компакт-диски и мини-диски только-только начинались. То есть в основном вся работа шла либо с кассет, либо вот с таких магнитофонов. Это можете познакомиться, это бобинники так называемые. А вот с пленок мы резали. Если бы сейчас показать эту кропотливую работу, которой занимались, когда отрезать интервью, там, вырезать какие-то вздохи, ахи, это было гильотина такая миленькая. Но сейчас, видите, мини-диски, все в порядке. Такие же самые вопросы мы хотим задать Галине. Я, наверное, с самого рождения, так можно выразиться, на канале «Энергия», и меня ввели, вернее, создали Вадим Анцупов и Евгений Левик. Дело в том, что я, в общем-то, по профессии актриса, хотя я работаю в театре, не русском драматическом, а в театре «Виадука», возглавляет его Леонид Шевцов. И я работала до этого на телевидении и в Останкино, и у нас здесь, на эстонском телефильме. А вот с радио я никогда не была так тесно связана. Был объявлен конкурс на ведущих и на вновь открывающийся канал «Энергия». Я пришла как новичок, попробовала себя. И вот Вадим Анцупов и Женя Левик решили дать мне даже другое имя и фамилия. Была первая программа «Ольга Крайнева». Вот. И эта программа была, наверное, моим рождением на канале «Энергия». Ясно. А расскажите, вот какие программы сейчас выходят с вашим участием? Ну, после этого вообще, наверное, первая программа как «Первая любовь». Она действительно такая незабываемая. Она какая-то такая была, ну, интригующая. То есть шли письма, и все называли меня Ольга, обращались, и я в эфире заканчивала программу, говорила, что ваша Ольга Крайнева. Вот. А потом появилась еще одна программа. Это «Разыгрывается столик на двоих в ресторане». Ночной выигрыш. Потом появилась программа «Артистическая таверна» об артистах, театре и кино. То, что мне интересно. Сейчас есть еще одна программа ночная, тоже «Ночной город не спит». Вот. Ну, конечно же, все программы дороги, как дети в таких случаях говорят. Поэтому вот сейчас только что закончилась программа «Артистическая таверна», которую мы с Леной Головенко практически ведем каждый раз вдвоем. И
я думаю, что и Лене интересно, и мне интересно, потому что в основном там крутится все вокруг творческих людей, об актерах, о художниках, о драматургах, о певцах. И, в общем-то, ну, программа довольно такая развлекательная, интересная. А, теперь ясно, кто там заработал второй минус. Вот, три пирхни. Время 23 часа 32 минуты, и по-прежнему, надеюсь, Алексей не уснул в нарской студии. Алексей, как слышно? Тебе что, не понравился русский размер? Нормальный вечер. Какой ты некислотный сегодня.